Доброго времени суток, дамы и господа. Самые внимательные могли заметить сзади шарики. Да, сегодня день рождения праздновал, отстримил, отпраздновал. Думаю, можно и видосик записать. Сегодня поговорим о маунте, который лутается в равнинах Анары. Для этого нам нужно сделать немножко квестиков, немножко прокачать известность. В целом, маунт очень легкий в своем получении и напоминает маунта лягушку из Зерит Мортиса. Зайдем в игру и давайте все покажу и расскажу. Равнины Анары, ключи Онир, находятся по координатам 55-75 внизу этих равнин. И прямо тут будет стоять посвященная Радия, у которой мы возьмем самое первое вводное задание. То есть прямо вот тут, рядом с этим камушком. Моб меняет свое местоположение после того, как мы делаем квестики. И после того, как мы сделаем первый вводный квест, который не является учитывающим для кормежки маунта, Радия уже будет находиться тут, рядом с этой земелькой. А в водоеме будет лежать животное, которое мы кормим. Сдаем разные реагенты, рыбку, светящуюся жидкость. Все это можно купить на ауке, стоит это, ну не сказать, что прям дорого, ну какие-то, может, итемы даже стоят и недешево. Рыбку я, например, сам ловил, когда качал рыбную ловлю. То есть тут кормим, раз в день прилетаем, например. Дальше тут где-то будет уже эта посвященная Радия стоять. Она дает квест, поэтому ее легко-легко можно увидеть на карте. Ну, допустим, я отменю финальный квест и пойду возьму его по новой. То есть бегаем, бегаем, ищем, ищем, ищем. Хоп, квест, посвященная Радия. Подходим, берем задание, делаем его. Также я забыл сказать самое главное. С целью того, чтобы начать кормежку Яше, нам потребуется 9-й уровень известности у кентавров Моруук. Квестики, доп-квесты, квесты в данжах, баф от ярмарки. Не забывайте об этом. Это все поможет в прокачке известности. Что получается? Сдаю Радии квест, она дает мне новый, я получаю маунта, я изучаю маунта. Все. Громоспин путешественник, Яша. Готово. Я даже юзать его не хочу. Он не летает, просто плюс один в коллекцию. Меня это более чем устраивает. Так что как-то так, то есть, что вам нужно? 9-й уровень известности, реагенты, немножко припасы тратятся, которые мы лутаем отовсюду, в принципе, на драконьих островах, и терпение, то есть маунт делается за 5 дней. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!